сколько там, 19-16. И я пару часов назад звонил, рассказывал, что тут дом сжигают. Типа регулируемое сожжение. Пожарные тут есть, но тушить особо не торопятся. Расстояние 30 метров до дома. Ну, жарко аж здесь уже. Хрена, как шифер стреляет. Эпично. Евкаки затирает, что типа 16 миллионов выделили на снос вот таких вот зданий. А, да, не пояснил. Из дома все выселены уже давно. Дом пустует. Эх, березочки, жалко. Ну так вот, Евкаки говорит, что 16 лямов выделено на снос таких вот зданий. Не знаю, сколько это правда. А если это правда, надеюсь, что бюджет потом пойдет на что-то благое, хорошее. Сам я информацию не проверял. Ни по сожжению дома, ни по тому, куда пойдет потом бюджет. Но вот то, что пожарники лениво тушат. Учитывая, что такие пожары обычно быстро гасят. Все-таки есть некоторое подозрение, что-то струйка польет, польет, прекратит, польет, немножко прекратит. И вот хрен знает, кому верить. У меня некоторые сентиментальные чувства какие-то проснулись, типа кто-то там жил, для кого-то ностальгия. Я оттуда все сейчас раз и за пару часов все будет сожжено. Блин, аж здесь жарко уже стало, невозможно. Пожарные командуют отходить дальше. Ну и правильно, собственно. Мало ли что бахнуть может. Шифер какой. Вот это пламя. Что-то прям реально жарко становится. Отхожу еще чуть дальше.
сзади задувает ветер холодный, а спереди твое пламя очень греет. Шифер как попкорн стреляет. По ушам бомбит, стреляет так громко, жар веет все больше и больше. Thank you.
вообще. Алло, ты на громкой связи. Да, я вас слушаю. Ты на громкой связи, говорю? Я вас понял. Возле этого, возле дома этого, про который ты говорил. А, ты все, там, да? Да, все еще горит. Горит еще охеренно. Ну, ну что, блин, там полухал. Я вот на набережной, тут пиздец, как видно. Этот ты. Не, ну Евкакий, смотри. Дома обычно вот такие мелкие, двухэтажные, небольшие. Пожарные их тушат быстро, там полчаса и все. И готово. А тут уже сколько, ты мне два часа назад позвонил? Это специально делают, это контролируемое горение. Им надо, блин, сбавиться. Ну, я про то же говорю, что ты, блин, похоже на то. Ты, блин, отбываешь 16 миллионов. Ты что, блин, не знаешь? Я-то здесь при чем, блин? Ты на меня это не вешай. Я лишь надеюсь, что эти 16 миллионов пойдут на благое дело, на какое-нибудь. Ух, ни хрена полыхнуло как. Хрена, этажей на 5, наверное, вверх пламя. Я стою на 30 метрах, да. В 30 метрах отсюда стою, жарко аж. Таким жаром веет, лютым. Они начали его тушить в 4 часа. Еще в 4 часа, а сейчас уже пол восьмого. Да, сейчас уже вот. Охренеть. Половина восьмого. А откуда ты взял инфу про 16 миллионов? Ну, я у тети был, а тетя сказала, что где-то она краем уха слышала, что выделяется средства, там 16 лямов. Ну, Евкакий, краем уха можно сказать, что и, там, не знаю, в следующем году заживем богато. Ты хочешь сказать, что там не 16, а 10, да? Я хочу сказать, что не надо верить слухам, надо проверять достоверную информацию. Что, куда, зачем. Сколько тебе перепадает за это? За что? За вот это вот. И в Кайге тут так такой горит, я просто залипать смотрю, и тут же крыша рухнула, скоро стена рухнет. И березки бедные горят. Ты, получается, снимаешь видео и при этом со мной на громкой. Да. А-а-а, вон оно что. Всем подписчикам привет. Да, с вами на связи и в Кайге. Этот дом, получается, поджег Витя. Ты? Это ты его поджег. Ну, сидя у себя на работе. Тебе за это платят. А знаешь, что самое интересное? Что? Я возле этого дома проходил, работал. Я забыл лестницу, вернулся в офис, взял лестницу, иду обратно, смотрю, горит, блядь. Думаю, да ёж твою, а? А я работал рядом с этим домом. Я когда еще шел, такой думаю, блядь, если это горит тот дом, где я был, будет вообще офигенно. Что, типа, у меня минус одна работа будет. Лишь вот бы не работать, лишь бы лениться. Оказалось, блин, не тот дом горит, но... Получилось. Ай, рука онемела. Сейчас перехват камерки, лишь бы кадр не упустить. Горит вообще, да, от души? Ну, сейчас уже начинает, я смотрю, уменьшаться. До этого прям вообще, блин... Как оно разнеслось, смотри, метров на 5 смотри, вверх. Какая штука. Я вот сейчас нахожусь на набережной. Вот этот дым, который черный был, прям вообще едкий такой. У нас эти... Пепел даже тут опадал. Ну еще бы. Тут ну, сколько квартир? 16 квартир, да? Нифига себе. Нет, это здоровый дом. Там 3 подъезда, по-моему, там по 4. На этаже квартиры. 4, 8, 16. Нет, если по 4 в подъезде и 3 подъезда, это 12. Ну да. Почему? Смотри. 3 подъезда. Так. На этаже по 4 квартиры. А, на этаже по 4? Он двухэтажный. 4, 4, 8, это что? 3 на 8, 24 квартиры, что ли? Ну, он какие-то тесные квартиры. Помнишь, на Ленинских событий-то, что он? Да, какой дом здоровенный был. Да. И там всего 12 квартир. Да. Именно так. Сейчас на днях там рядышком будет еще один дом гореть. Какой? Орджоникидзе 17. Там тоже уже все расселили. А это какой адрес? А это Орджоникидзе 33. Да, пепел взлетает вверх. Да, метров, да, да, у нас. Ну, метров на 30, наверное, взлетает. Сейчас до тебя долетит. Ну. Так я из дома-то вышел до магазина прогуляться. Вижу дым, причем такой густой, как будто что-то рядом. Прошел немного. До этого. А? А я тебе говорил, что горит. Да я не отрицал просто. И я хотел, чтобы ты мне тоже взятку дал, чтобы я не афишировал. Вот. Чтобы я что? Чтобы я не афишировал. Что не афишировал? Куда ты деваешь 16 миллионов? Вот так. Если бы они мне 16 миллионов достались, я бы, наверное, в Москву переехал бы. Или нет, или бы устроил мини-Москву в Ленске.
Ну, да, по-моему, она у тебя уже в квартире, это мини-Москва. Мало, надо, чтобы весь город был мини-Москвой, чтобы все было красиво. Все взяточники, ты говорят всегда, мало, хочу больше. Ты у нас специалист потом, по взяткам, и, да? И потом палятся, да? Смотри, да. Заборчик тушит, да. Тушат. Ну ладно, Вить, ты там снимай мне тут, и немножко занят я. Давай, давай. Народу еще собралось, как на сеанс кинца прям. Стеночка, кажется, скоро рухнет, если мне не кажется. Пожарные с трубы погоняет. Ай,
куда сильнее. Если мы берем
будто лава какая-то. Жарко-то как. Повеяло. Мишка такой сразу черный. И искры прям в небе. Не знаю, видно будет, нет. Звезденьки эти. Я не помню, что вам за блоки такие, которые не сгорают. Блоки утепления, опилки или что это? Тлеет потихо. Субтитры сделал DimaTorzok.
8 часов уже. Еще немного поснимаю, наверное, пойду. Уже ноги болят. Запарился здесь стоять. Льет сюда. Уйдите оттуда! Дети, уйдите оттуда! Он сейчас на вас польет и зальет на камеру. Трасса. Я уж подумал, труба так разогрелась от пожара. Реально, вот кинотеатра под открытым небом не хватает. Кинотеатра с подогревом, чтобы таким осенним вечером присел, тепло, прохладой обдувает, и сидишь кинцо смотришь.
А я, кстати, около гранда пидпуля видел. Он, что, пацаны, камера не видит искр, что ли? Пацаны не могли удержать пидпуля. А это у него еще на морде очень мощно был. Ага, это, наверное, он касается пидпуля. Да, он очень сильно касается пидпуля. Ну, есть еще сильнее собака. Она выше тебя. Я знаю, какие собаки. В ютубе забивал. Это, кстати, правда. Сейчас тебе покажу. Да? Да, это прям... Она выше двери. Она как выше двери. Это она больше коня. О, пепел рядом со мной упал. Не знаю, видно будет, нет. Кустики туда. Они дорого стоят. 150 рублей. 200 рублей. Да. Один. Это мне что? Один. 150? Да. Да. Ладно. Пощудил малыша маленького. Он ее обидит. Он ее обидит. Нет. Ладно. Нет. 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 Ветер как-то сменил направление. Как бы меня теперь не задуло этим дымом. Ух, ветер какой морозячий подул. Пожар все уже меньше и меньше. Завершится. Это реально морозняк какой-то. Вот это я, блин, вышел на пару минут
за мясцом и творогом. И залип в итоге на час с лишним. Ну, говорят, что нежилой дом расселили. Ходят слухи, что типа так контролируем горением, избавляются, сносят дома. Надо было подождать. Ну, скорее всего, говорят, что на снос выделили средства. Куда эти средства пойдут? Да, и тушат. С 4 часов уже горит. Такие мелкие дома обычно за полчаса тушат. Здесь, ну, видимо, кому-то выгодно так сносить дома. Потом убрать. Но будем надеяться, что это к лучшему. Стена как сыр продрявлена. Все, начинает холодать уже и темнеть заметно так.
пошли вот тут. Пошли вот тут, покидаем там. Ой. Ну, думаю, на сегодня все. Дальше уже понятно, что все это дотла догорит. Без чего-либо особо эпичного. Прийти сюда завтра, что ли? Хотя нафиг.